Ну что, друзья, перед каждой тренировкой не забываем выполнять качественную правильную разминку, потому что наша разминка, ну и в целом вся разминка, способствует подготовке всего организма, всего тела к основной части. Она обезопасит вас от травм, разгонит кровь, разогреет ваше тело для того, чтобы начать нормально тренироваться в основной части. Это очень важно. В качестве разминки вы можете выбрать нашу прекрасную ультратонкую дорожку от компании «Могучий» и размяться именно на ней. Есть второй вариант – это велотренажер. На самом деле 10-15 минут бега либо вращение педаль на наших прекрасных тренажерах вас разогреют и приготовят вас к основной части. Разминка должна длиться от 5 до 15 минут. Вы можете делать с нами или выполнить свою разминку, которую привыкли делать обычно. Сейчас мы выполним суставной комплекс, который поможет вам подготовить тело к тренировке. Ну что, друзья, мы сейчас начинаем нашу разминку с суставной гимнастики сверху вниз. Будьте готовы, руки на пояс, плечи опускаем вниз. Будьте внимательны, опускаем подбородок к груди, дальше затылком тянемся назад. 3-4, поехали. И 1-2. 3 4 5 6 7 8. И еще восьмерка. 2 3 4 5 6 7. Стоп. Меняем положение головы. Плечо правое, плечо левое. Приготовились. 3-4. И 1 2 3 4 5 6 7 8. И 1 2 3 4 5 6 7. Закончили. Меняем положение шеи. Разворот плечо, подбородок, плечо. 3-4. Поехали. И 1 2 3 4 5 6 7 8. И 1 2 3 4 5 6 7. Стоп. Классно. Дальше переходим на плечи. Важно. Смотрите внимательно, мы с вами опускаем руки вниз, руки в кулачки, делаем круговые вращения плечами назад, 16 раз, потом вперед, 16 раз. 3, 2, 1, поехали. И 1, 2, 3, 4, 5, круг, 6, амплитуда, 7, лопатки вместе, 8, еще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стоп. И вперед. И 1, 2. Вращаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Последняя восьмерка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закончили. Все по 16 раз на самом деле. Локти. Локти. Руки вытягиваем вперед. Делаем круговое движение к себе. И так 16 раз. Поехали. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стоп. Вперед то же самое. И 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закончили. Фух, плечи устали, да? Теперь руки в замок, вот так. Угу. Делаем вращательные движения. Вперед, 16, и потом назад. 3, 2, 1, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стоп, назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стоп. Класс. Переходим, на самом деле, сейчас на верхнюю часть. Это косые мышцы, спина. Так, руки вдоль бедра. Мы делаем такое растяжение косых межреберных мышц в одну сторону и в другую сторону. Всего лишь 8. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Давайте еще восьмерку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стоп. Окей, наклоны вниз. Вытяжение рук вверх, чуть с прогибом назад. 8 раз. Здесь 8. И 3-4. Поехали. 1, 2. Классно. Назад чуть-чуть. Чуть-чуть назад. 3.
4. 5. Нормальная разминка, девочки? 6. Да, капитан. 7. Фух. 8. Стоп. Руки на бедра. Вращение бедром вправо и влево. 3, 2, 1. Делаем вот такие вот красивые, изящные движения. Поехали. И 1, 2, 3, 4 по 8, 5, 6, 7, еще 1, 8. В другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закончили. Руки, ладони на колени. Чуть присели, подсогнули ноги. Да, делаем 8 движений к центру, 8 наружу. Окей? Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Ну и стопы. Все, концовка. Итак, ставим на одну ногу. Это у нас левая. У вас это будет правая. Правая на полупальце. Дальше делаем движение. Вращение в одну сторону 8 и в закрытую 8. Поехали. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и центр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, стоп. Смена. И открытая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и в другую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, стоп. Итак, друзья, основная гимнастика закончилась. Мы сейчас сделаем небольшой кардиоблок, так что будьте внимательны. Итак, стопы на ширине тазобедренных суставов. Да, руки вот так вот в кулачки. Мы делаем с вами обычный, классический, легкий бег на месте. Но начинаем все делать шага. Правой ногой шагаем. Правая, левая, правая, левая. Да, простой обычный шаг. Двигаемся. Постепенно будем поднимать сейчас пульс. И переходим на бег. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Руки работают. Можно в кулачках, но вот так вот. Держим там. Разогреваем полностью организм. Готовим его к основной части, друзья. Раз, и два, и три, четыре. Солдат по городу, по незнакомой улице. Так, ну что, ребята. Стоп, все. Фух, сделайте вдох глубокий. И выдох вниз. Фух. Еще раз глубокий вдох. Выдох вниз, и разминка окончена. Всем большое спасибо.